Между тем, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Анкару для участия во внеочередном саммите Организации тюркских государств. Борт номер один приземлился в аэропорту турецкой столицы накануне ночью, но на повестке дня деятельность Организации тюркских государств в условиях чрезвычайных ситуаций и оказание гуманитарной помощи, в том числе вопросы, связанные с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями. Связана такая тема, конечно же, с разрушительным землетрясением в Турции. Кроме того, в рамках рабочего визита глава государства намерен встретиться с президентом Турции в формате двусторонних переговоров. Детали и подробности внеочередного саммита мы расскажем в следующих эфирах.